Итак, всем привет. Это вторая часть продолжения истории о заточке рубашек на плюс 10. Если в прошлом видосе я радовался то, что я заточил рубашку 7 точек, то в этом рандом решил на мне отыграться. И также напоминаю то, что в моем телеграм-канале еще сутки будет проходить розыгрыш кодиков 10 штук 7 дней ПА. Поэтому залетайте, подписывайтесь, участвуйте. И приступаем к заточке. Собственно, как вы видите, на вторую рубашку ушло 27 свитков. В Адене это ровно 350 миллиардов. Но тут есть один момент, о котором я молчал в самом начале, что вторую рубашку на плюс 7 я заточил всего лишь за 800 свитков, что практически бесплатно. И если сложить количество свитков, потраченных на обе рубашки, получается 34 свитка, 18 штук на каждую. Весьма-весьма неплохо. На этом все. Всем пока.